игра Агент. Если демонстрационный режим игры вам понравился, можете приобрести его на стрим. Ага. Точнее, на Steam. Иногда то, что вас слышат, может вам помочь в прохождении уровня. Интересно, интересно. Интересно, девки пляшут. Когда вы спрямите, вас смогут услышать. В демонстрационном режиме вам дается 1000 мегабайт на приобретение навыков. Необходимо приобрести навык контроллер. Чтобы купить, нажмите на правую верхнюю кнопку в игре. Управление AD, перемещение Tab. АД. Угу. Жму я АД. Чё вы? Там АД. Чё, раскладку поменять, что ли? Справа, лево. Что это значит? Настройки. Да ну вы чё? Чё я не могу ходить-то? Ходить я чё не могу? Могу ходить. Прикинь, со второго раза сработало. Я в шоке. Хорошо. Как взаимодействовать? Что не предназначено для такого экрана, что ли? Что делать? Что мне делать. Хорошо. Открыть дверь без использования контроллера. Ну. Ладно. Контроллер. Хорошо. Тихий прыжок. Слом системы. Ну, давай. Один. Один, два, три. Что это значит? Один, два, три. Один, два, три. И чё? Что делать-то? Что это значит? Можно как-то было бы расписать, я не знаю. Чё я должен догадываться?
Как это вообще? Отлично. Не, они за эту игру деньги еще хотят, прикинь. Как это вообще делать? Ну. Да. Это все очень, очень интересно. В общем, такая вот игра. Спасибо тебе за внимание, удачи тебе, пока.